Свалку хлеба на улице Чачиной убрали. Об этой вопиющей истории мы вам рассказывали во вторник. Огромную кучу хлеба вывалили прямо на место, где паркуются автомобили. Так что святое, именно так к хлебу относится подавляющее большинство в нашей стране, давили колесами машины. Кто посмел так поступить, до сих пор выясняется. Наш репортаж вызвал огромный общественный резонанс, и реакция последовала. Коммунальные службы советского района, где и произошла эта отвратительная история, хлеб убрали и привели улицу в порядок.